вечер. Первый вечер Нового года, когда по сложившейся традиции мы рады встретиться с вами вот здесь, в концертной студии Останкино, на заключительном вечере теперь уже 9-го всесоюзного телевизионного фестиваля советской песни. Мы сердечно приветствуем наших телезрителей и радиослушателей, любителей песни. Мы рады приветствовать находящихся в зале авторов песен, композиторов и поэтов. Рады нашим гостям, представителям передовых предприятий Москвы. Завода «Красный пролетарий». Комбината «Трехгорная мануфактура». Слушателей высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Строителей олимпийских объектов столицы и героев-космонавтов. И ваши горячие аплодисменты, дорогие друзья, еще раз подчеркивают, что советская песня завоевала огромную популярность и любовь в нашей стране. И сегодня именно она объединила всех собравшихся в этом зале, у телевизионных экранов, у радиоприемников. На сцене концертной студии ансамбль советской песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио, художественный руководитель, заслуженный артист РСФСР Виктор Краснощеков. Вокальная группа ансамбля «Надежда». И оркестр симфонической и эстрадной музыки Центрального телевидения и Союзного радио, художественный руководитель и главный дирижер Александр Михайлов. Итак, путь в добрый песенный путь. А каждый путь, как известно, начинается со старта. И поэтому сегодня, в первый день нового олимпийского года, первой звучит песня композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова «Старт дает Москва». Зовет на старт наша Москва, на самое мирное сражение, спортивное. Солисты, заслуженная артистка РСФСР Людмила Сенчина и заслуженный артист татарской АССР Ринат Ибрагимов. Thank you.
Композитор Александра Пахмутова, поэт Николай Добронравов. Песня композитора Эдуарда Колмановского на стихи поэта Владимира Солоухина «Чита белеющих берез». Это одна из тех песен, в которых звучит неприходящая для каждого настоящего художника тема. Тема любви к родине. Поет солист Большого театра Союза СССР, заслуженный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Александр Ворошилов. Под стук колес и на холме
композитор Эдуард Колмановский, поэт Владимир Солоухин. Песня украинских авторов, композитора Вадима Ильина и поэта Юрия Рыбчинского «18-й год» включена в программу нашего фестиваля по предложению многочисленных корреспондентов, участников зрительской конференции. Поет заслуженный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Иосиф Кобзон. Ребята, нам всем 18, и 20-му веку 18 мальчишеских лет. За нами дороги дымятся, и белые вьюги несутся во след. За нами шагает ровесник, наш товарищ по крови, боевой 18-й год. России, как юной невесте, он сквозь непогоду гвоздику несет. 18-й год, ты об отдыхе знал понаслышке. Нет пока о тебе ни поэмы, ни даже строки. Но когда-нибудь ты расскажи, как шальные мальчишки, приписав себе годы, в атаку водили полки. Ребята, когда-нибудь, братцы, мы, наверное, приснимся комсомольцу грядущих годов. Тому, кто за правду сражался в свои 18 бесстрашно готов. Он спросит, как звали любимых, как вы звали любимых, что лишали покоя и сна. Скажу, революции имя нам было дороже, чем все имена. 18-й год, ты об отдыхе знал понаслышке. Нет пока о тебе ни поэмы, ни даже строки. Но когда-нибудь ты расскажи, как шальные мальчишки, приписав себе годы, в атаку водили полки. Ребята, нам всем 18, и 20-му век 18 мальчишеских лет. За нами дороги дымятся, и белые вьюги несутся во след. Композитор Вадим Ильин, поэт Юрий Рыбчинский. Программа нашего концерта продолжает
Песня композитора Серафима Туликова на стихи Михаила Плицковского «Не зря мне люди говорили». Поет заслуженная артистка РСФСР Валентина Толкунова. Композитор Серафим Туликов, стихи Михаила Плицковского. Песня композитора Валентина Левашова и поэта Михаила Матусовского «Старые фотографии». Первым ее исполнителем был заслуженный артист Украинской ССР Александр Чепурной. Вот глядят на тебя
деревянной стены. Лица русских солдат, не пришедших с войны. Перед ними всегда в неоплатном долгу, и от снимков свой взгляд оторвать не могу. Очень многое могу поведать тебе. Фотографии в старой крестьянской избе. Вот и мама моя рядом с добрым отцом, в белоснежном наряде стоит под венцом. Сколько в жизни они испытаний прошли, сколько вместе вспахали нелегкой земли. Очень многое могут поведать тебе фотографии в старой крестьянской избе. Знали смерть не одну и беду не одну, трудным хлебом своим накормили страну. И течет, как река, не иссякну на миг. Их великая жизнь, родословная их, очень многое могут поведать тебе фотографии в старой крестьянской избе. Словно их очень многое могут поведать тебе фотографии в старой крестьянской избе. Композитор Валентин Левашов, поэт Михаил Матусовский. «Любовь настала» — так назвали свою песню латышский композитор Раймонд Паулс и поэт Роберт Рождественский. Ее исполнит заслуженная артистка Казахской ССР, лауреат международных конкурсов Роза Рымбаева. Песня в мире эхом отдается.
любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется, и вся планета распахнулась для меня, и эта радость будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня, не спрячешься, не скроешься, любовь тебя от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Композитор Раймонд Паулс, поэт Роберт Рождественский. Следующая песня нашего концерта – одна из песен лауреатов, которые стали призером популярной радиопередачи «До, ре, ми, фа, соль». Композитор Никита Богословский, стихи Михаила Плецковского, «Пехота есть пехота». Песню исполняют лауреат международных фестивалей Владислав Коннов и первый отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР, художественный руководитель оркестра, заслуженный деятель искусств РСФСР полковник Николай Михайлов, дирижер, заслуженный артист РСФСР полковник Анатолий Мальцев. Командой старшины, вернувшись из похода, казармах ночью молодые видят сны, усталая пехота. Пройдет соль надо через горы и снега, сквозь ноги и болота. Пройдет пехота даже к черту на рога, на то она пехота, на то она, на то она. А то она пехота. На марше песню запевала, заведет, была бы лишь охота. Никто другой солдатских песен не споет бодрее, чем пехота.
ворота. Ее не балуют туманы и дожди, не балует погода. Если четкий шаг услышишь впереди, так знай, идет пехота. Так знай, идет пехота. Не раз она бывала в яростном огне при цели пулемета. В боях врагов своих громила на войне отважная пехота. И по тревоге, не страшась любых преград, пойдет за ротой рота. Недаром с гордостью солдаты говорят: пехота есть пехота, пехота есть пехота, есть пехота, есть пехота. Час любых преград пойдет за ротой рота. Недаром с гордостью солдаты говорят: пехота есть пехота, пехота есть пехота, есть пехота, есть пехота. Никита Богословский, стихи Михаила Плетьковского. Дорогие товарищи, сегодня в нашем праздничном концерте наряду с известными исполнителями советской песни принимают участие и молодые певцы. Многие из них выступали во всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей с песней «По жизни». Написанная несколько лет назад песня украинских авторов, композитора Игоря Поклада и поэта Юрия Рыбчинского «Ой, летели дикие гуси», поистине пережила свое второе рождение, когда ее исполнила певица Нина Матвиенко в киевском выпуске передачи «С песней по жизни». Сегодня эта песня лауреат принимает участие в нашем заключительном концерте. Ее исполняют солистка государственного заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки, лауреат третьего всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей с песней «По жизни» Нина Матвиенко и женский вокальный квартет. Не питай мене даремно про мою любов.
і троє першия. Полетіли понад вечір, дикі гуси через ліс у зеленга. Ти відкрив подрузі двері, але серце і своє не відкривав. Діли до світання, гостя, гостя, дикі гуси через марево ночі. Бережи своє кохання, і дівчина від корисних хоче. Як постука нічка темна, як постука нічка темна, у віконце дно. Программу заключительного концерта 9-го Всесоюзного телевизионного фестиваля советской песни продолжает лауреат Всесоюзного конкурса вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль». Песня композитора Оскара Фельдсмана на стихи Анатолия Ковалева «Две ветви». Прощающий твой ловлю, ты не придумывай и не гадай, я любил тебя и люблю, и буду любить всегда. Однажды открыла меня, но срастились душа с душой на зябком ветру звеня. Мы две ветви одного ствола.
протянутые сквозь года. Я любил тебя и люблю, и буду любить, и буду любить всегда. Анатолия Ковалева. Дорогие друзья, традицией заключительных вечеров нашего фестиваля стало приглашать самых активных участников зрительской конференции, то есть тех телезрителей, от которых песня «79» в течение года получила наибольшее количество умных, содержательных, благожелательных писем. Сейчас я передаю микрофон комментатору Центрального телевидения Александру Маслякову. А я, в свою очередь, с большим удовольствием, уважаемые товарищи, хочу вас познакомить с представителями рабочего коллектива комбината «Трехгорная мануфактура», прославленной «Трехгорки». Вот впервые на фестивале «Песня 79» участниками зрительского жюри стал сразу целый коллектив. Спасибо большое. Спасибо. А сейчас я хочу просто поименно представить вам трех молодых представительниц «Трехгорки». Это Таня Купреева, Таня Страхова и Надя Нестеренко. Вот, девушки, для начала, кто кем работает? Лаборант красильного цеха. Контролер красильного цеха. Контролер качества красильного цеха. Так, контролер в основном. Вот скажите мне, пожалуйста, поскольку вы члены зрительского жюри, то вправе сегодня высказаться. Вот я и хочу, чтобы каждая из вас взяла слово. Ну вот, пожалуйста, Таня, вы. Я хочу от имени комсомольцев нашего комбината поблагодарить всех участников песни 79, которые провели у нас во Дворце культуры имени Ленина на Красной Пресне один из своих концертов. Так, Надя, вы? Именно после этого концерта молодежь нашего комбината приняла особенно активное участие в конкурсе фестиваля. Так, и Таня. У нас на Трехгорке очень любят песню. И сегодня нам очень хотелось бы вручить от коллектива нашего комбината наши скромные сувениры композиторам Александре Пахмутовой, Марку Фраткину и поэту Роберту Рождественскому. Пожалуйста, раз хочется, вы вправе это сделать. Кавалер ордена Ленина, композитор Александра Пахмутова и лауреаты Государственной премии Союза СССР 1979 года Марк Григорьевич Фраткин и Роберт Иванович Рождественский. Так, если не секрет, Александр Николаевич, Марк Григорьевич, Роберт Иванович, нам тоже интересно, что там вот в этих пакетах. Продукция комбината. Можно эту продукцию показать нам всем, да? Нет, ну надевать, наверное... Нет, можно и надеть, Александр Николаевич. Роберт Иванович, я хочу вам слово передать. Я хочу поблагодарить славных и красивых представители Трехгорки за подарки, за те теплые слова, которые они сказали. Я хочу прочитать стихи. Стихи так полушуточные. Заранее хочу сказать, что никакого отношения ни к одному из выступающих сегодня
певцов они не имеют. Почему? Я это говорю заранее. Вам сейчас будет ясно. Стихи называются «Песни». Свет погаснет, лысый демон палочкой взмахнет, на эстраду выйдет тенор, ручки распахнет, и от умиления млея, стоя на носках, станет песней моею горло полоскать. Мне на муку и на горе песня задрожит, будет песня в медном горле, будто в клетке жить, рваться из него на волю в зал полупустой, получаться неживою, чопорной, не той. Тенор будет нежно мямлить, томно завывать, будет он играть бровями, глазки закрывать, а в конце привычный ужас в дамочек вселя. Тенор выдаст, поднатужась, тоненькое ля, и замолкнет деловито под визгливый стон. Я тогда на сцену выйду и скажу: постой, ты поешь по всем законам, правильно, и все ж эта песня мне знакома, ты не так поешь. Описал я эту песню ночью у костра. Я хотел, чтобы эта песня непростой была, чтобы она из душных спален позвала людей, чтобы ее хороший парень, как рюкзак, надел, чтоб до неба, как до крыши, искорком взамен голос тихий и охрипший долететь сумел. И, растаяв поднебесье, чтоб зажег зарю, мне знакома эта песня, честно говорю. Впрочем, что я здесь толкую и о чем кричу? Я ж не написал такую, написать хочу. Спасибо. А сейчас я хочу, чтобы диктор Центрального телевидения, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова продолжила нашу концертную программу. Пожалуйста. «Шутка» – так назвали свою песню ее авторы – ленинградский композитор Валерий Гаврилин и Альбина Шульгина. Прозвучав впервые в популярной радиопередаче «С добрым утром», она затем неоднократно, по многочисленным заявкам, повторялась в других теле- и радиопередачах. Первыми ее исполнителями стали заслуженная артистка РСФСР Людмила Сенчина и народный артист РСФСР Эдуард Хиль. Идет за окнами, шумит за окнами, а опять мы заохали, и мы заохали, и мы заохали, нельзя гулять, и мы заохали, нельзя гулять. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку, все кувырком. Туфли узкие, скинь туфли узкие, скинь туфли узкие, и босиком. Скинь дубли узкие и босиком. А за окнами гроза, за окнами гремит, за окнами в саду сирени мокрые, сирени мокрые, сирени мокрые, кого-то ждут, сирени мокрые, кого-то ждут. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку, все кувырком. Скинь туфли узкие, скинь туфли узкие и босиком. Скинь туфли узкие и босиком. Дождь без устали, и я без устали, мы с ним без устали втроем. Как сережками, качая люстрами, качая люстрами, танцует он. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку, все кувырком. Как сережками, качая люстрами, танцует он. Качая люстрами, танцует он. На-на-ни-на-на-на-на-на.
без устали, и я без устали, мы с ним без устали втроем. Как сережками, качая люстрами, качая люстрами, танцует он. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку, все кувырком. Как сережками, качая люстрами, качая люстрами, танцует он. Качая люстрами, танцует он. Композитор Валерий Гаврилин, стихи Альбины Шульгиной. В нашей программе песня композитора Павла Айданицкого и поэта Андрея Дементьева «Наша любовь». Ее исполнит лауреат Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей с песней по жизни Ксения Георгиади.
композитор Павел Айданицкий, поэт Андрей Дементьев. Много добрых отзывов от наших телезрителей мы получили на песню композитора Владимира Шаинского на стихи Аллы Лам «Пропала собака». Эта песня также лауреат нашего фестиваля. Приглашаем на сцену лауреата премии Ленинского комсомола, лауреата международных конкурсов, Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио, художественный руководитель, заслуженный артист РСФСР Виктор Попов, солистка Лена Могучева. Стихи Аллы Лам. Мы
Уважаемые товарищи, сегодня на нашем концерте присутствуют почетные гости. Группа героев-космонавтов. Пожалуйста. С удовольствием представляю наших гостей, летчиков-космонавтов СССР. Дважды Героя Советского Союза Георгия Михайловича Гречко и Героя Советского Союза Александра Сергеевича Иванченко. Георгий Михайлович, раз уж так, вам слово первым. Ну, ровно два года назад, мы встречали Новый год с Юрой Романенко на борту «Салюта-6». Но мы не могли, конечно, рассчитывать, что это будет самый веселый Новый год в нашей жизни. А потом вдруг вместо оператора связи мы услышали голоса своих родных, своих друзей и почувствовали, не то мы среди них, не то они у нас на борту. А потом нам сказали, что выйдет с нами на связь Ростислав Плят. Ну, мы, конечно, поняли, это запись, это послушаем с удовольствием, поздравления. Но думаем, сейчас мы их выведем на чистую воду, мы зададим вопрос, а ведь пленка нам не ответит. Никто не ответит. Да, а оказывается, это был действительно Ростислав Плят, и он нам ответил. А потом на следующий день нам пела Алла Пугачева. И вы знаете, это песни ее стали для нас такой же опорой в нашем полете, как хлеб, как вода. Когда нам становилось как-то тяжело, мы заводили ее песни, и особенно часто вот эту, где пелось, что если долго мучиться, что-нибудь получится. Но поскольку Саша летал дольше, то вот мне интересно, что же их поддерживало на орбите. Александр Сергеевич, теперь вы. Ну, я полностью согласен с Георгием, что вот одним из самых больших вот сейчас воспоминаний, таких приятных воспоминаний космического полета является именно то, что во время этого полета иногда у нас звучала в эфире космическая песня. К сожалению, сейчас не присутствует вместе с нами экипаж вот, третьей экспедиции Владимира Ляхова и Валерия Рюмина, которые не смогли присутствовать на этом замечательном празднике. Но они просили меня передать слова самой искренней признательности исполнительнице прекрасных песен Софии Ротару. Ну, Александр Сергеевич, просто это вы сейчас непосредственно сможете сделать, потому что она ведь тоже принимала участие, да, в сеансах космической связи с вами, да? Вот, и мне очень приятно, что в сегодняшнем концерте народная артистка Украинской ССР София Ротару также принимает участие. Она на этом концерте представляет песню композитора Алексея Екимяна на стихи Михаила Рябинина «С чем сравнить любовь». Себя потом казнить. А
кавказская мечте устальной, с мерцанием звезд, с волшебным сном и с белой ночью за Рябинина. Призер радиопередачи «Дора ми фасоль» песня композитора Арно Бабаджаняна на стихи Ольги Писаржевской и Анатолия Монастырева «А любовь жива» также звучит на нашем вечере. Ее исполнители – молдавский вокально-инструментальный ансамбль «Оризонт», лауреат Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей с песней «По жизни». Yeah.
Арно Бабаджанян, стихи Ольги Присаржевской и Анатолия Монастырева. Очень приятно, когда молодые композиторы обращаются к советской поэтической классике. Вот сейчас прозвучит песня, написанная на стихи известного советского поэта Семена Кирсанова. Композитор Марк Минков. «Летние дожди». Поет лауреат международных конкурсов Алла Пугачева. Эти летние дожди.
Стихи поэта Семёна Кирсанова, композитор Марк Минков. Заканчивает первое отделение заключительного концерта нашего фестиваля песня «Земля моя добрая» композитора Евгения Птичкина и поэта Сергея Острового. Поет Александр Чепурной. Солнце над речкой синею,
перестану влюбляться в заветное, не перестану влюбляться в красивое. Все, что мне видится, все, что мне слышится, все, чем живется, и все, чем мне дышится. Композитор Евгений Птичкин, поэт Сергей Островой. Уважаемые товарищи, закончилось первое отделение заключительного концерта 9-го Всесоюзного телевизионного фестиваля советской песни. Симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист СССР, лауреат премии Ленинского комсомола Юрий Силантьев. Уважаемые товарищи, одной из традиций всесоюзных телевизионных фестивалей песни является исполнение на заключительных концертах лучших произведений советской песенной классики. Мы сегодня не отступили от этой доброй традиции. Сейчас прозвучит песня лауреатов Государственной премии Союза СССР 1979 года композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского «За того парня». Мы желаем всем песням, родившимся в 1979 году, такой же долгой творческой судьбы. Песню композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского «За того парня» исполнит заслуженный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Лев Лещенко. Thank you.
Я сегодня до зари стану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалы. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим, я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра сильны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна башня. И живу я на земле доброй, за себя и за того парня. Я тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. Горечью молодые ветра сильны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной. Трепетным и светлым музыкальным диалогом, по-юношески искренним и чистым, назвали телезрители песню композитора Игоря Якушенко и поэта Владимира Харитонова «Люблю тебя». Эта песня также лауреат нашего фестиваля. Ее исполняют лауреаты всесоюзных и международных конкурсов, вокально-инструментальный ансамбль «Веросы», солисты Едвига Поплавская и Леонид Кошелев. Пришла зима, стоит река, стоят дома, а жизнь моя идет, как с горной речки плавь.
тебя. И я тебя один ответ. Другого нет, ведь нам с тобой по 20 лет. Люблю тебя, люблю тебя. Огромен день и длинен час, когда любовь торопит нас. И ветер недвижим, и облака над ним. Спешу к тебе, спешу к тебе, скажу тебе, скажу тебе, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. И я тебя один ответ, другого нет, ведь нам с тобой по 20 лет. Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Ждет приход весны, а ты уже приходишь в сны. И все дороги дня ведут к тебе меня. Спешу к тебе, спешу к тебе, скажу тебе, скажу тебе, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. И я тебя один ответ, другого нет, ведь нам с тобой по 20 лет. Люблю тебя, 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 люблю тебя. Владимир Куритонов. Сейчас в нашем концерте прозвучит песня композитора Тихона Хренникова на стихи поэта Михаила Матусовского «Каждый четвертый». Белорусский вокально-инструментальный ансамбль «Песнеры» включил песню «Каждый четвертый» в свой репертуар и исполнил ее по радио и телевидению. И в редакцию пришло множество писем, чрезвычайно взволнованных писем. Вот выдержки из одного такого письма. Оно от студентки из Харькова Любы Кудиновой. «Я очень хочу, я прошу вас обязательно включить в концерт 1 января песню Тихона Хренникова и Михаила Матусовского «Каждый четвертый». Считаю, что песня потрясает, захватывает целиком с самых первых тактов, когда взлетает скорбящий голос: «Ой, как летели птицы высоко!» Это как звучащий памятник, который пронзает твое сознание трагедией человеческой. Песня не дает забыть о ней, даже нам, не ставшим ее свидетелями, благодаря миллионам таких четвертых. Она как бы отпечатывает в сердце: помни, человек, помни, не допусти больше такого, не допусти. Сквозь непогоду.
Композитор Тихон Кренников, поэт Михаил Матусовский. Концерт песен лауреатов 1979 года продолжает песню композитора Юрия Саульского на стихи Леонида Завольнюка «Не покидает нас весна». Поет Иосиф Кобзон. Thank you.
покидает нас река, где столько солнечного ветра, где ветка клёна или кедра, как друга верного рука. Не покидает нас весна, тот край под радугой высокой, где вербы гнутся на носокой, и капли падают с весла, и капли падают с весла. Вдали от дома не покидает, любой разлуки не покидает, как песня сердца не покидает нас весна. Вдали от дома не покидает, любой разлуки не покидает, как песня сердца не покидает нас весна. Не покидает нас простор, где ветер просекою скачет, где вешний лес стоит и плачет, расчесан ливнем на пробор. Не покидает нас любовь к земле, что счастью нас учила, и чтобы нас не разлучило, ее всегда несем с собой, ее всегда несем с собой. Вдали от дома не покидает, в любой разлуке не покидает, как песня сердца не покидает нас любовь. Вдали от дома не покидает, любой разлуки не покидает, как песня сердца не покидает нас любовь. Дали от дома не покидает, в любой разлуке не покидает, как песня сердца не покидает нас любовь. Композитор Юрий Саульский, поэт Леонид Завальных. В программе нашего праздничного концерта песня ленинградских авторов Александра Морозова и Михаила Рябинина «А жизнь продолжается». Исполнители – народная артистка РСФСР Эдита Пьеха и ансамбль под управлением Григория Клеймица. Если вдруг нежданная обида постучит однажды в сердце к вам, станет света белого не видно, станет тесно мыслям и словам. Если вы ни в чем не виноваты, то в ответ не следует молчать. Никому нельзя прощать неправды, даже если трудно не прощать. Жизнь продолжается, а жизнь продолжается,
и сколько чудес в ней совершается, а жизнь продолжается, а жизнь продолжается, и каждый из нас за счастье сражается. Если в жизни вашей все спокойно, никаких волнений и тревог, значит, вы становитесь невольно на одну из пройденных дорог. Вас наотмашь вьюги не хлестали, не сушила губы вам жара, значит, вы от времени отстали, и для вас сегодня, что вчера. Жизнь продолжается, а жизнь продолжается, и столько чудес в ней совершается, а жизнь продолжается, а жизнь продолжается, и каждый из нас за счастье сражается. Если вы кого-то разлюбили, или вас решили разлюбить, и часы счастливые не били в час, когда им следовало бить, значит, все, что было несерьезно, но придет еще тот самый час, он зажжет в душе такие звезды, что навечно связывают нас. Продолжается, и каждый из нас за счастье сражается. Композитор Александр Морозов, стихи Михаила Рябинина. Песня композитора Олега Иванова и поэта Роберта Рождественского «Ты земля моя» названа в числе лучших песен года. Среди писем, присланных в редакцию, есть и коллективное письмо от рабочих Трехгорки. Его подписали 34 человека. Желаем композитору и поэту дальнейшего творческого содружества в создании новых песен, в которых бы также счастливо сочеталась поэтическая мысль и музыка. Песня «Ты земля моя» звучит в исполнении заслуженного артиста Татарской ССР Рината Ибрагимова. Зори встают, будто праздники, светлеет на сердце от них. Великие деды и прадеды глядят на потомков своих. Земля дорогая, рассветная, любовь и забота моя, с тобою такою бессмертною, быть может, бессмертен я. С тобою такою бессмертною, быть может, бессмертен и я.
твои перелески извечные, сады, где поют соловьи, дороги твои бесконечные, просторные песни твои. Земля дорогая, рассветная, любовь и забота моя, с тобою такою бессмертною, быть может, бессмертен я. С тобою такою бессмертною, быть может, бессмертен и я. Однажды под шелесты дождика уйду я в объятья к тебе, но пусть моя песня продолжится когда-нибудь в чьей-то судьбе. Земля дорогая, рассветная, любовь и забота моя, с тобою такою бессмертною, быть может, бессмертен я. С тобою такою бессмертною, быть может, солнцем залитой машет гривой золотой. Мое детство красный конь ходит. Жарким солнцем залитой машет гривой золотой. Детство красный конь. А в лугах так звенит в лугах роса, только тронь на ветру полыхает на ветру красный конь гордо. По земле копытом бьет, тишину из речки пьет. Мое детство красный неспроста
как людская доброта. Мое детство красный кон рядом, и, наверное, неспроста, как людская доброта. Мое детство красный кон. Композитор Марк Фрактин, стихи Михаила Плецковского. Песни нашего детства, добрые песни наших бабушек и мам. Помните про щедрую сороку Белобоку, которая накормила всех, и только один остался без каши лентяй? Об Иване Царевиче, о петушке золотом гребешке. Ну, эти песни не только забавляли нас, они учили нас смотреть на мир по-особому, замечать прекрасное, различать добро и зло. Песня композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова «Добрая сказка» как бы вновь переносит нас в ту неповторимую и счастливую пору детства. Поет Людмила Сенчина. Иван-царевич на волка верхом. Серый волк и поскакал. Синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли скакали они, вдруг видит Иван-царевич
терем. А в тереме том жар птица. Добрую сказку в душе берегу, в небе я синие звезды зажгу. Сонных волшебников я разбужу, серых зайчат я в лесу разыщу. Стану под вечер над полем притихшим, снова твой ласковый голос услышу. Александра Пахмутова, поэт Николай Добронравов. «Край любимый» – так называется песня композитора Полада Бюбюль-Оглы на стихи Онегина Гаджикасимова. Ее исполнит дебютант нашего фестиваля, солист таджикского радио и телевидения Умар Зияев. Не забыть мне ни на час в добрых рук отца, милой мамы нежный глаз и ее лица. Ты еще прекрасней стал, добрый край родной, это ты мне крылья дал для любви большой. Ты еще прекрасней стал, добрый край родной, это ты мне крылья дал для любви большой. Это солнце и росу золотых полей красу. Это солнце и росу золотых полей красу. И любовь к земле родной через годы пронесу. Через годы пронесу.
цвета солнца и росу, золотых полей красу. Это солнце и росу, золотых полей красу. И любовь к земле родной через годы пронесу. И любовь к земле родной через годы пронесу. Через годы пронесу. Композитор Палат Бюльбюль-Оглы, стихи Онегина Гаджикасимова. Песня композитора Игоря Лученка на стихи Иосифа Скурко «Ростань». Поет народный артист Белорусской ССР Виктор Вуячич. Игорь Лученок,
стихи Иосифа Скурко. Уважаемые товарищи, каждый из вас, сидящих в этом зале, да и многочисленные телезрители и радиослушатели, ждут сегодня встречи со своими любимыми песнями. И мы надеемся, что желания многих уже исполнились. А вот сейчас прозвучит еще одна такая песня. «Не возвращайтесь к былым возлюбленным». Композитор Микаэл Таривердиев, стихи Андрея Вознесенского. Ее первые исполнители, лауреаты международного конкурса, Галина Беседина и Сергей Тараненко. Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликат, как домик убранный, где они жили, где они жили, где они жили немного лет. Вас встретит та же ограда белая, и возле домика на холме две рощи, правая, а позже левая. Гудят раздвоенно, гудят раздвоенно, гудят раздвоенно в темноте. А в доме эхо уронит чашку, а в доме эхо предложит чай. Ложное эхо оставит на ночь, когда ей надо бы закричать. Не возвращайся ко мне, возлюбленный, мы были раньше, теперь нас нет. Нам не вернуться, нам не годам разгубленным, годам разгубленным, но только звучит в ответ. Два эха в роще живут раздельные, как будто в стереоколонках двух. Все, что ты сделала, и что я сделаю, они разносят, они разносят, они разносят, они разносят, они разносят по свету вслух. А завтра, завтра вечером на поезд следуя, вы в речку выбросите ключи. И роща правая, и роща правая, и роща левая, и роща левая вам вашим голосом прокричи. Не возвращайтесь, былых возлюбленных, былых возлюбленных на свете нет. Вам не вернуться годам разлюбленным, но только звучит в ответ. Не покидайте своих возлюбленных, былых возлюбленных на свете нет. Не покидайте своих возлюбленных, не покидайте своих возлюбленных, не покидайте, не покидайте, не покидайте, не покидайте, не покидайте своих возлюбленных, возлюбленных. Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты, как домик убраны. Где они жили? Где они жили? Где они жили? Немного. Thank you.
Композитор Михаил Каривердиев, поэт Андрей Вознесенский. Песню композитора Алексея Мажукова на стихи Анатолия Поперечного «Музыка любви» исполняет на нашем заключительном концерте дебютант фестиваля, молодая певица из Каунаса Берута Петрикита. Луна всплесками в ночи, мир полон, это тишина. Это час, когда жду чуда звезды, города и люди, между нет и да. Что будет радость и беда, радость и беда, между нет и да. Во снежный танцы вели.
композитор Алексей Мазуков, стихи Анатолия Поперечного. Старая песня. Так назвали ее авторы, композитор Владимир Мигуля и поэт Михаил Танич. Поет Эдуард Хиль. Строим воротно, бесповоротно, с левой ноги шагом. Ошибаты шли солдаты с песни на парад. Может, 100, а может, даже 200 лет назад. Левый, правый, гренадеры, выше кивера. Короче, ситуация достаточно стара. Ура! И стояли барышни у обочин. Им солдаты нравились очень-очень. И в каком столетии не живи, ох, никуда не денешься от любви. Аты-баты шли солдаты, знамя над полком. В неком царстве, государстве, все равно в каком. А выделялись гренадеры писаной красы. По модному на шомполе закручены усы, усы, усы. И стояли барышни у обочин. Им солдаты нравились очень-очень. И в каком столетии не живи, никуда не денешься от любви. Аты-баты шли солдаты и от пап и мам. С ними барышни делили тайны пополам. И косились гренадеры в сторону слегка. На шляпках от полнения дрожали кружева. Никуда не денешься от любви. Аты-баты шли солдаты с песней на парад. Может, 100, а может, даже 200 лет назад. Левый, правый, гренадеры, выше кивера. Короче, ситуация достаточно стара. И стояли барышни у обочин. Им солдаты нравились очень-очень. И в таком столетии не живи. Эх, никуда не денешься от любви. Никуда не денешься от любви. Композитор Владимир Мигуля, поэт Михаил Танич. Во многих передачах телевидения и радио звучала песня «Звездное лето», музыка Аллы Пугачевой, стихи Ильи Резника. По многочисленным предложениям телезрителей, эта песня включена в программу нашего сегодняшнего заключительного концерта. Поет Алла Пугачева. Звездное солнце, дарили свет, лето, магнитом. Это звездное солнце.
музыка Аллы Пугачевой, стихи Ильи Резника. Песня композитора Раймонда Паулса и поэта Андрея Вознесенского «Подберу музыку» в 1979 году стала лауреатом дважды. На международном конкурсе интервидения «Сопот-79» и на Всесоюзном телевизионном фестивале советской песни. Мы приглашаем на сцену ее первого исполнителя, лауреата международных конкурсов Яка Йоллу. Меня.
композитор Раймонд Паулс, поэт Андрей Вознесенский. Следующая песня, которую вы услышите, родилась на молдавской земле. Композитор Константин Руснак, стихи Ефима Чунту. «Я пою о любви». На сцене вокально-инструментальный ансамбль «Оризонт». Композитор Константин Руснак, стихи Ефима Чунту. Песня «Начало» композитора Георгия Мовсесяна и поэта Роберта Рождественского звучит в нашем праздничном концерте в исполнении Льва Лещенко. We'll be right back.
как будто в океан могучие ветра нас вынесли. И детство за спиной, и помним мы о нем единственном. И оказалось вдруг, мы выросли, уже мы выросли. Доказывать пора, доказывать, на что годимся мы. И пусть учащается наш пульс, начинается наш пульс, начинается песня. Нам жить, этот воздух степной пить, и по звездным морям плыть, и бессмертными быть. Пройдем мы по земле с огромными ее закатами, научимся любить и плакать, и молчать у знамени. И утро настает, и в лица нам глядит загадочно. Чего-то ждет от нас, но этого пока не знаем мы. Пусть учащается наш пульс, начинается наш путь, начинается песня. Нам жить, этот воздух степной пить, и на звезды моря плыть, и бессмертными быть. И пусть учащается наш пульс, начинается наш путь, начинается песня. Нам жить, этот воздух степной пить, и по звездам моря плыть, и бессмертными быть. Георгий Мовсисян, поэт Роберт Рождественский. Парад песен лауреатов 1979 года завершает песня композитора Давида Тухманова на стихи Назыма Хикмета «Дадим шар земной детям». Русский текст Музы Павловой. Впервые эта песня прозвучала на майском голубом огоньке и получила горячее одобрение зрителей. В 1979 году, который был объявлен Международным годом ребенка, эта песня не раз звучала на высоких форумах и в торжественных концертах. Сейчас песню «Дадим шар земной детям» исполняют София Ротару, Большой детский хор и эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Дирижер Юрий Силантьев. Дадим шар земной детям, дадим хоть на день, как праздничный яркий подарок, пусть с ними краю.
композитор Давид Сукманов, поэт Назым Хикмет, русский текст Лузы Павловой. Дорогие друзья, мы благодарим всех наших гостей, всех телезрителей и радиослушателей, которые провели этот первый вечер Нового года вместе с нами. И мы твердо уверены, что новый 1980 год принесет всем любителям советской песни новые музыкальные открытия. И по традиции, завершая 9-й всесоюзный телевизионный фестиваль советской песни, мы говорим: «Счастливого тебе пути! Песня 79!» «Здравствуй, песня 80!» Ночью звезды вдаль плывут по синим.